Журналистам сегодня продемонстрировали отлитые в чугуне части памятника Ивану Наймушину. С ними еще предстоит поработать специалистам. Части будут отшлифовывать и приводить в надлежащий вид. Позже все их соберут в единую трехметровую фигуру первого директора Братгазстроя. А ближе к 20 числам сентября ее доставят на сквер первостроителей. Он расположен недалеко от Братской ГЭС в жилом районе Энергетик. Как идут работы, сегодня проверяли чиновники. Посмотрев на месте производства работ, видя уже тот объем, который выполнен, я с уверенностью могу сказать, что на сегодня я не вижу никаких причин для того, чтобы обозначенные сроки работу не завершить. То есть все у нас на сегодня предусмотрено. Все необходимые вопросы организационные мы на сегодня решили. Напомним, на окончание памятника первостроителям, или как его называют, памятника Наймушину, в этом году выделили 18 миллионов рублей из городской казны. Торжественное открытие монумента должно состояться в 20-х числах сентября, возможно, 23-го числа, когда исполнится 60 лет Братгазстроя.